Итак, всем привет! С вами я, Супер. Сегодня будем проходить игрушку под названием Please Dad. То есть это не Paper Please, как самая популярная игра, которая пиксельная, очень интересная. Типа такого, только от другого создателя. Не знаю, Азоматика, по-моему, если не ошибаюсь. Если я не пропустил в начале. Press and the play. То есть мы будем играть за смерть. Вот. Вау, очень интересно, что тут, типа Англия. Работники, три стола. Окей, чё? Очень интересная игра. То есть мы играем за саму смерть. Значит, хочет очень кушать. Значит. А в холодильнике пусто. Даже Покатиполя проходит. Он смотрит нам Покатиполя. Идея. Телефон. Еда. Еда, ну, за деньги. Ну, типа, зарабатывай еду. Ну, окей, говорит. Мы тоже. Ну что, выходим. Апокалипсис Интертеймент. Око. Окей. Так. Добро пожаловать в компанию Апокалипсис. Жнец, теперь ты подчиняешься мне. Подчиняешься мне. Вот. Осмотрись и принимайся за работу. Окей. Значит, здесь... Если не забывать, это смерть, да? Это жадность, ну, типа еда, вот, или голод. Это война, да? А это чума, то есть от разных болезней. Так, нажимаем, что тут? Время плюс 30. 30 дополнительных секунд на уровень. Купить за 7, что-то там. Получить 10 черепов в случае победы. Купить за, ну, дальше, короче. Первая неделя. Окей, то есть можно даже менять, да? То есть это недоступно, ну, понятное дело. Клиентов и черепа, окей, младший стажер. Сегодня твой первый день. То есть я думаю, я за смерть играю, а тут оказывается... Ну, типа я подчиненный, раб, а это сама смерть. Оказывается, ну я думаю, сама смерть, типа, всем это занимается. Оказывается, он подчиненный есть. Сегодня твой первый рабочий день, жнец. Это просто жнец, то есть не сама смерть. Поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь, то есть дьяволы и обычные люди. Кстати, вот это очень похож на мемчик, который, не знаю, боль, страдания по лицу. Чертей отправляешь на левый лифт в ад, а людей отправляешь на правый лифт в рай. Ну, это понятное дело. Приступай. Я и есть твой демон. Ну, иди сюда. Опять эти винчестеры. Ну, иди туда. Туда. Могу ли я рассказать историю о собаке? Нахуй, иди. А, этот, который сендатер. Рггбовер. А тут весело, есть что? Я пришел за смертью. О, это Чак Норрис. Я немного высокомерен. Я не знаю, наверное, с какого-то фильма или сериала. Меня снесло с поезда ветром, черт. Наверное, тоже с какого-то фильма. Я есть демон. Мне говорили, что тут я высплюсь. Ну иди. Не поверишь, но меня нашли. Отличный настрой, Дэнс. Спасите меня от космопехоты. Это, наверное, какой-то демон с игры Doom, по-моему. Мне говорили, что тут я высплюсь. Это тот же чувак. Обычно меня нельзя, но пока можно. Что с моей рукой, ты не знаешь? Мид и Фит. А это не та игра? На самом деле это все игра. Сначала я выключил пилу. Мне как обычно, Влад. О, тигры очень опасны. Я сделал все.
уже полдень. Я самый ужасный грешник на земле. Хотите кофе? Уже полдень. Всего лишь отправление пройдено. Все, работа выполнена. То есть, ну, самое простое. Не знаю, будет, наверное, усугубляться. То есть, для нас работа с каждым днем. Оценка на Б, окей. Влияние на всадников какой-то. Ну, ладно, дальше, короче. То есть, здесь голос, жнецы стоят. То есть, сами смерти, там всякое такое. Авторитет, дополнительное влияние на всаднику заказчику. Купить за 12, что-то там. Не знаю, что это за... Ну, я пойду лучше дальше. Играть. Сегодня другие жнецы наткнулись на забавную вещь. Вот что я скажу, жнец. В попытку заслать своих чертей в рай, Люцифер начал наделять людей своими демонической силой и рогами. Сегодня отныне все, кто носит рога, должны быть отправлены в ад. Ого. У тебя рогов, по-моему, нету, так что идешь сюда. Ват. 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 Что-то ват очень много. Очень много. Очень много. Очень. 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 Уф, все. Очень. Нормально. Ну все. То есть, блин, столько демонов было просто в шоке. Там все ж пару людей было. Нормальных. Которые в рай. В рай пошли. О, оценка А+. То есть я не смотря, просто быстро делал. То есть мне дают за это оценку. Вот. Я вот не знаю, где вот эти черепки, то есть сколько у меня тут черепков, то есть время как добавить, там всякое такое. Ну я уж пойду дальше. А, у меня 90 черепков, окей. Так, клиентов 0, черепов 45. Младший стажер, ладно, играем. Так, люди начали использовать оружие, жнец. Так. Оружие — это такие опасные вещи, с ними рай путь закрыт. Как рот нашего жирного голода для здоровой пищи. Все, кто попадает к себе с огнестрельным или холодным оружием, должны отправляться в ад. Вперед, окей. Вот у тебя холодное оружие. Холодное оружие. Рога. Нормально. С оружием. Майк Тайсон. Так. О, это 50 Cent. Так, с оружием. Война и мир. Оружие. Оружие. Какого-то казахского фильма, то есть американцы сняли, который, по-моему, диктатор называется. Так, с повышением, младший стажер. Ладно, нормально. То есть, ну, стажер, нормально. Так, идемте дальше. Погоди за минуточку, жнец, есть дело. Что тут? Жнец, ты бы знал, какой я занят, и завтра мне нужно пройтись по миллионам лечебниц, все потому что я работаю... самому, так как я буду разить его в многих измерениях сразу, мне будет тяжело контролировать то, что тут происходит. Не желаешь отработать день за мою пользу? Ну, давайте что. Хорошо, работает тот, кто работает тихо, награда после работы. Все. Чума воспользуется манией человеческой поддержки, строит фигуры различные диеты, успешно уменьшает поголодание людей с помощью жиротращивающих таблеток для фитнеса. Особенность из такого, они что сжигают абсолютно весь жир в организме, что ведет к летальному исходу, а это сказывается на нас, жнец, и на количество нашей, то есть твоей работы. Поэтому предлагаем сбросить на планету, например, Луну, хотя мы можем просто заменить таблетки на настоящие. Менее вредный. Как тебе? То есть, как тебе, ты в деле?
минус 150 или нет. Что-то минус 150 каких-то черепков. Плюс, то есть, еды. И плюс этой хрени. Ну, я не знаю. По идее, еды нормально, то есть, будет. То есть, выгоднее сказать нет. Но, если сказать да, то минус 150 черепков. А у меня всего 135. Так что давайте лучше вот это выберу. Вот. Моя последняя лошадь вышла отличное жаркое. Скоро должны привезти мой новый ракетный молот. Ладно, короче, начнем. Не знаю, зачем я вот эти штучки выбрал, но да ладно. Клиенты и черепа. Нет, ты знал, что средний человек носит себе до 5 литров крови, а некоторые носят на себе, между прочим. Чтобы не испачкать пятна, это такой белый чистый рай, всех, кто в крови, отправляй в ад. Окей. Стартуем! Так. Ух, Ой, блин! Чё-то не заметил рога. Ну, бывает, ничего страшного. Теперь буду более... Ого! Зачем? Вроде, ну блин, одного я пропустил, ничего страшного. То есть мне дали А. Ух, окей. Чё это 800-150, ну, то есть это, наверное, какие-то очки репутации. Уже что у нас тут так, типа, о, пищу привезли. А это ты. Я, наверное, даже устал, хотя такого не может быть. Да поможете этим авто и делах. Так, бедность. На один приказ меньше на каждом клиенте купить за 18 хардкор. Одна ошибка, значит, поражение. Хардкор, бедность. Ну, не знаю. Мне ничего не надо такого. Ух, пока все нормально. То есть, ну, Б там, А плюс, А плюс, А. Вот, надеюсь, здесь будет хотя бы А, либо А плюс. Да. Шляпы и головные уборы спасают от холода и от ветра. Но здесь шляпы мешают нашим правильным решениям. Понятно, то есть рога будут скрывать. Да, я понял. Значит, снимай клетку шляпу, чтобы быть уверенным в своем решении. День начнется. То есть люди в хитрость идут уже. Оружие. О, ясно. Ну тут у тебя еще крови пятно. Ой, блин! Ах, ошибся один раз и все. Ну ладно. Ох, тяжело ходить, кажется, все дело в погоде. Завтра мне будет совсем тяжело, хочу попросить у тебя одолжение, инженер. Отработать следующий день на мою пользу, хорошо? Не за просто так, конечно, за... О, это нормально, соглашаемся. И да, за два рта, ну, награда после работы. Найс, что? Работаем. Не знаю, что тут добавить. Бедность на одну приказ меньше за каждый, на каждого клиента купить. Сейчас, не знаю, по идее охота купить, ну, не знаю. 60. Не, ну мне не надо, ладно, сейчас сам попытаюсь сделать. Ну, блин, не А, не Б, блин, а Е плюс, блин, вообще ужасно. Ну, сейчас это, надеюсь, все нормально будет. Угу. Нужно смотреть под ноги. Лужи крови, которые в гнездке стоят под собой, явный признак плохих намерений. И моду. Окей, начинаем. Все. Иди. У тебя оружие, по идее. Раз. Go, go, go.
Ой, блин! Так. Надеюсь, такое не повторится. Так. Теперь буду более тщательнее. Так и думал. Ну, по-любому. Все, ну блин, не знаю, наверное, А дадут. Не уверен, А плюс, да, А. Ну это нормально, че, стажер уже, ура. Че там, не дадут-то. Клонись, высадили на материке буквально в нескольких лет от текущей временной точки. Они начали осваивать земли для того, чтобы освободить их от туземцев. Колонисты решили подарить им шарф и одеяло, зараженные смертельным вирусом. Без чего тут не обошлось, разумеется, мы с помощью как туземцам, так и себе избавив нас от лишней работы, если сократим количество жертв. Для этого нам нужно ослабить вирус, требуется финансирование в лучших традициях краудфандинга. Блин, ну не знаю, если сейчас, да, скажем, минус 100, тут минус что-то, наверное, репутация, да, вот этой. И плюс каких-то кракеров. Ну, можно, в принципе, отказаться. Либо финансировать и ничего не потерять. Ну, мне кажется, лучше подкопить. Может, потом, когда будет все усложняться, нам пригодится. Так что давайте вот это. То есть меньше чуть-чуть уважения. Ну, мне кажется, если до нуля опустится, то есть ГГшечка. Луки, стрелы, автоматы. Нет ничего надежнее молота. Ты хочешь задать мне вопрос, на который я никогда не должен получать ответы? Ну, у меня стоит ножичка вкусненько. Если кто-то хочет присоединиться к большинству, он вызывает меня. Так, высадись, типа чума. Ну, не знаю, давайте на этом прощаться, потому что что-то затянулось. Апокалипсис. Просто на день посмотрим. Да-да-да-да, это нам не надо. Короче, седьмой день будем сейчас проходить. На следующей серии, потому что сейчас мне лень. Вот. Ну, с вами было супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все, всем удачи, всем пока-пока.